9 малышей, 4 мальчика и 5 девочек появились на свет в Республиканском перинатальном центре в первые часы дня празднования юбилея Карачаева-Черкесии. От имени главы республики Рашида Тимрезова молодых мам с волнующим и радостным событием в их жизни поздравил министр здравоохранения региона Казим Шаманов. По поручению главы республики мне доверены поздравить наших мамочек с рождением таких прекрасных детей. Президент Российской Федерации говорил, что самое большое богатство нашей страны – это люди. И вы сегодня дарите нам это самое большое богатство. Спасибо вам, дорогие мамочки. Здоровья вам, счастья. И где мы нужны, мы всегда будем рядом с вами. Зачитав приветственный адрес руководителя региона, министр вручил новоиспеченным мамам цветы и ценные подарки. В ответ счастливые женщины сердечно благодарили за проявленное к ним внимание в такой значимый день. Знаете, я вообще вот первый раз в таком этом участвую. Очень приятно, то, что нас тоже не забыли. То, что именно в такой день получилось рождение ребенка. Ну, хочу пожелать нашей республике всего самого хорошего, процветания, чтобы все у нас было хорошо. В эти праздничные дни подарки от главы региона получили и молодожены. В Карачаево-Черкесии всегда были крепки духовные традиции и ценности, в ряду которых семья занимает одно из главных мест. 30 сентября в ЗАГСе Черкесска сочетались браком 13 молодых пар. Самыми оригинальными молодоженами в этот день, пожалуй, были Анатолий и Анастасия Бражниковы. К этому двойному празднику они подготовились основательно. И молодожены, и гости торжества выглядели очень трогательно и необычно. Мы просто хотели создать свою маленькую сказку. И я надеюсь, что мы ее создали, и мы ее пронесем на всю жизнь. И я думаю, что наши дети тоже будут создавать свои маленькие сказки. Заказывали костюмы, или все готовы приложили? Ну, я сама тоже шью, я модельер-конструктор, но так как не было времени, Зарема Аджиева исполнила нам эти костюмы, а я сама их расшивала. Да, головной убор, фата, это все делала я сама, все оформление свадьбы. Ну, конечно же, не без участия Толи, мы вдвоем очень много сил вложили и времени на то, чтобы сделать то, что сегодня происходит. Просто самое главное – соответствовать традициям и... Хотели бы, наверное, пожелать всем молодоженам, чтобы они соответствовали традициям семьи, своего племени, как говорится. Вот. Ну и, соответственно, создавали новые традиции и поколения. Сегодня для этих молодых людей один из самых торжественных и памятных дней в жизни. Создание семьи – это очень серьезный и ответственный шаг. От всей души с бракосочетанием молодоженов поздравили гости и сотрудники ЗАГСа. Они попросили молодых не забывать о том, что крепкая семья – опора процветающей республики. Не бойтесь вступать в брак, не бойтесь создавать семью, потому что это очень важно, потому что это самое главное, что может быть в жизни, это семья. И да, будьте счастливы. В это же время в парке культуры отдыха «Зеленый остров», а также на аллее по улице Даватора проходили различные торжества, главными участниками которых были самые юные жители нашей республики. Надо отдать должное организаторам мероприятий. Казалось, что День города и Карачаево-Черкесии праздновали на каждой улице, в парке и сквере республиканской столицы.